Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Азофоска – это маленькие круглые гранулы серого или бледно-розового оттенка. По сути, это комплексное минеральное средство, содержащее в своем составе основные элементы питания растений, а именно азот, калий и фосфор. В составе азота от 15 до 25%, калия от 5 до 19%, а фосфора от 5 до 20%. Для того, чтобы вырастить крепкую рассаду с мощным корневищем, после ее пересадки рекомендовано пользоваться подкормкой в виде раствора азофоски. Если придерживаться простых правил по разведению, то можно повысить урожайность растений почти в два раза. Для рассады разведите 1 чайную ложку азофоски в 2 литрах воды. Этого количества хватит для того, чтобы подкормить 30-40 всходов. Но не сильно увлекайтесь такой подпиткой. До высадки можно сделать 3 таких подкормки с интервалом в 2 недели. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!